Немного волнуясь, Денис и Ольга входят под торжественные, завораживающие звуки вальса Мендельсона. К этому дню долго готовились, а красивую дату для свадьбы специально подгадывали. Мы изначально планировали на эту дату давно уже. Как бы сначала не получилось, все было занято. А потом, вот, когда пришли уже заявление подавать, места освободились. Красивая дата тоже, да? Ну да, красивая. 3/8 бесконечности. 18.08.18. Запоминающаяся дата. Для кого-то она ассоциируется с бесконечностью, а значит, долгим браком. А кому-то просто понравилось красивое сочетание цифр. В том году у нас в сборниках тоже красивые числа, 7 июля 2017 года. Соответственно, решили тоже, чтобы дата такая же, чтобы совпала. Как правило, именно в красивые даты регистрируется большее количество браков. Например, 2 недели назад, 8 августа, обручились 18 пар. В этот раз 26. После большого обращения желающих зарегистрироваться именно в этот день, так удобно приходящийся на субботу, управление ЗАГС пошло навстречу будущим молодоженам и был продлен рабочий день до 8 часов. На этом памятные даты не заканчиваются. На следующей неделе сотрудники ЗАГСа зарегистрируют тысячный брак с начала этого года. Светлана Жумкова, Фахри Исламов, Новости НТР.